я не знаю, какого ты рода, называли врагом народа, были дочери женского рода, сыновья – сын врага народа, и клеймо так крепко сидело, что у внука плечо горело, тело деда давно истлело, только внук вот сказал все смело. А в Африке живут аборигены. Они так разрисованы, что страшно посмотреть. Они всегда боялись, что их сожрут гиены, что их не похоронят, не будут песни петь. У нас же здесь, в Сибири, свои аборигены. И тоже рисовали вождей себе на грудь, чтоб их не расстреляли. Здесь местные гиены, но их бросали в ямы, прикапывая чуть.